Опа! Видите, какой красавец. Удивительный на вкус. Замечательный арбуз. Смотрите, какой запах. Аромат естественного запаха арбуза. Самого запаха природы. Мы находимся на территории крестьянского фермерского хозяйства «Дружба ИК» Смолевицкого района. Мы специализируемся на выращивании арбузов. В этом году было посажено 5 гектар. Срок посадки, когда температура почвы прогрелась свыше 16 градусов. Это бывает от 15 мая до 22 июня. Высаживаем рассадой, хотя более лучшие условия для арбуза, если ты выращиваешь его семенами. Когда ты выращиваешь семенами, получается корневая система стержневая, а когда ты высаживаешь его рассадой, то мочковатая. Это значит, корни наверху, и если засуха, они не могут взять влаги. И поэтому арбуз болеет, плохо развивается. А температура самая идеальная для арбуза, это при хорошей влажности, это 22-26 градусов температура почвы. Тогда арбуз развивается самый лучший в условиях Беларуси. Наши, пусть и не такие сладкие, хотя тоже сладкие, в них больше фруктозы, чем сахарозы. И все то, что выращенное на нашей земле, более лучше подходит нашему организму. Очень вкусные, очень полезные. И не нужно никуда ездить, ничего выдумывать. Сочные, сладкие и натуральные. Если кто на дачном участке хочет выращивать арбузы, то мой совет, самый лучший сорт – это романза. Покупаете хорошие семена, берете торфяные горшки, набиваете смесью, где pH 7 и выше, это почвенная кислотность. И где-то с 1 мая вы семечку в горшочек и поливаете. А потом смотрите, как температура почвы с 15 мая до 22 июня поднялась, выносите в открытый грунт и садите. А если хотите раньше и хотите очень хорошие арбузы, то возьмите пленкой на день, открывайте, на ночь закрывайте и поставите семечек. Арбуз будет более качественный, более надежный, и не надо его будет поливать, только пропалывать. Очень вкусный арбуз! Бесподобно, честно. Волшебно.